там, вы выезжаете на уборку. Прошел месяц, я поеду в Яблочный или на Южный. Или как? Как вы делите вот эти миллионы? Еженедельно дается задание по временной организации по уборке мусора, по скашиванию травы, по уборке снега и так далее. Исходя из недельных заданий, и складывается общий объем. Когда я буду защищать программу на следующий год, я постараюсь более детально про это поговорить. Но надо понимать, что кратность и прочие вещи, они зависят от того, какие лимиты выделены на программу. Хорошие лимиты выделены. Если хорошие лимиты выделены, то это одно. Вот. Надо же еще учесть, что у нас общественных пространств добавились в этом году. И средства добавились. Ну, и добавятся. Да. И все-таки из недельных мне непонятно, потому что вы у себя флажки там ставите на карте, что неделю, первая неделя июня вы были там, вторую неделю были там, и третью неделю поехали в Березовую рощу еще куда-то. То есть все равно же как-то это надо понимать. Ну и что вы недельное задание даете? А как вы видите в целом картину? Сколько раз вы были на том же Яблочном? Вы берете папку и начинаете листать недельное задание. А когда же я был на Яблочном? Ну как? Да нет, конечно, это план какой-то. Как вы это делаете? Пока... Еще такой вопрос. Вот у нас есть общественное пространство. Вроде как есть система видеонаблюдения. Я не знаю, кто это Александр Георгиевич, кому задать этот вопрос. Вот, вроде как выведено все на систему ИДДС, но это ничего не обслуживается, я не знаю, там вообще у нас что-то показывает. У нас уже ИДДС программа, только первый этап улицы Карл-Маркса, 7 камер, и сейчас перед дачей второго этапа у нас будет еще 4 камеры также выведены на... Ну и жители Южного тоже переживают, они постоянно там выведены на ЕДДС. Вот, и просят прям установить камеру на площадке. Бюджет год, стараются вроде как содержать свой парк, а ну, вандальные, к сожалению, вещи вот эти происходят, и они могут выяснить, может быть, как-то нужно эту программу включить, все-таки установку камеры. Камер на всех наших, если где-то нету еще. Программа. Да, и как-то обслуживать их. Потому что ну, это, я думаю, помогло бы нам, в том числе и как-то с вандализмом и прочее. Убираются эти общественные пространства. Мы уже ведем диалог, может, робот заканчивается. О том, что либо мы открываем новую организацию, либо мы дополнительно привлекаем людей. Управление городским хозяйством, либо меняем форму собственности для того, чтобы там, объекты малой механизации появились и все-таки наши скверы и парки убирались ну, более тщательно, подконтрольно. И чему и говорит Ольга Владимировна, ну, мы видели системность, мы видели объем работ, и мы видели, сколько денежных средств все-таки туда ушло. Этот вопрос у нас у всех, он стоит до сих пор, мы пока на него не слышим ответ. Придется ли вопрос? Создание вопроса. Это не его вопрос, это не совсем мой. Потому что это финансы. Я понимаю. Разговор шел о том, что в начале этого года работа идет. Уже давайте мы все-таки хотим на Азонской комиссии услышать результат. Как мы будем дальше распределять и убирать, содержать эти общественные пространства. Мы готовы активно участвовать, смотреть, считать, можем взять анализ этого года. Если это не получится у нас, ну давайте следующий год возьмем какие-то экспериментальные количество там, заявок, объем работ для того, чтобы уже помочь. И, ну, наше общественное пространство все-таки содержались в сложном виде и не было столько ну, обращений граждан по переполненным урнам или сломанным каким-то конструкциям. Еще в первой половине года о том, что в городе необходимо собственное обслуживающее или муниципальное, в любой форме организационно-правовой
предприятие, которое бы это все содержало. И даже Евгений Викторович давали юридическому отделу задание. Да, мы подготовили аналог. Голова выйдет, будем решать. То есть, чтобы новый год мы не участвовали. Мы не участвовали, потому что у нас нет. Его сначала надо создать, начать работать, потом участвовать для того, чтобы получить грант, либо субсидии, либо еще что-либо. Конечно, это должно быть. У нас в городе нет этого. И поэтому мы не можем участвовать, не можем получать, не можем содержать. И все время заглядываем в глазки подрядчику. Хочет, не хочет, может, не может. Вот, ну и... И все время в роли, просим, да, каких-то просителей.